наверное, можно было и поспокойнее. Ну и очки набрали. Лис, Макар. Потому что долго у них немножко не получалось. Так что хорошо, пускай сейчас, дай бог, у них упадет. Все в таком же духе. Было сильное начало, слава, это 3 гола. Что потом произошло? Как так вышло, что Спартак сумел отпитать? Что-то это задумался. Какой вопрос? Было сильное начало, у вас 3 гола забили, но потом Спартак поднажал. И игра, как вы сказали, получилась неспокойной. Ну да, не сказал бы, что поднажал он, конечно. Мы сами дали им возможности, по сути. На наших ошибках они забили свои голы, так я бы не сказал, что они прям хлопот нам доставляли в обороне своими действиями. Просто сами ошибались, прежде всего. Салават провел в атаке на 9 минут больше, на 9 бросков тоже больше, но разница в голах всего 1. Насколько довольны реализацией? Я думаю, и никогда нельзя быть довольным, всегда остаются моменты нереализованные. Так что в этом можно прибавлять вообще бесконечно всю жизнь. И не дало с кем-то призвать большинство на вашей спецбригаде. Почему бросков, что ему не дается? Такой вопрос, как будто мы до этого всегда забивали. Я уже забыл, когда мы большинство реализовывали. Почему не дается? Не знаю, плохо, значит, что-то делаем. Значит, общаться, находить какие-то другие варианты. Не знаю. Надо стараться, и когда-нибудь что-нибудь зайдет, и там уже, может быть, встанет на поток. После третьей шайбы, когда забили, не было расслабленности именно сейчас, когда большинство вашей команды? Да нет, расслабленности не было. Там еще играть-то было сколько? Почти всю игру. Тем более они быстро отпитали 1 гол, так что счет такой скользкий, в принципе, был, так что расслабляться некуда было.